последний день молодежного чемпионата Европы в Минске прошли командные соревнования в трех дисциплинах – женской шпаге и рапире и мужской сабле. Саблисты заняли 4-е место, а вот девушки завоевали сразу 2 комплекта наград. Шпажистки стали вторыми, уступив в финале итальянкам. У меня получилось потянуть время и довести бой до победы. Спасибо большое моим девчонкам за их поддержку. А женская рапирная сборная стала победителем чемпионата. В поединке за золото они оказались сильнее команды из Польши 45-32. Ожидала большего отличных соревнований, но мои звезды не сошлись в этот день. И вот сейчас они сошлись. Мы заняли первое место. Мне команда соревнований вообще больше нравится. Когда болеешь за своих подруг, это... Испытываешь хорошие чувства. 6 мая стартует этап Кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга». Трансляции всех финалов смотрите на канале «Русфенсинг ТВ».